ритуалы на исцеление на купал, на синий алтарь, к купале. Ритуал с летнего солнцестояния и до праздника, и 2 недели после 7 июля. Ждем ветер и солнце. Говорим на синий водоем или на синий алтарь, или на клумбу с синими цветами. Дар и откуп тут не нужен. Говорим о своем заболевании после заклятия. Поможет. Повторять, пока не бросит в жар заклятие. Первый вариант – смыть болезни от любых чар. Купало, солнце жаркое, Бог света и добра, в свой праздник, на день купала, смой все болезни, что чарами наслано на меня. Прошу тебя, пресветлый Бог, и заклинаю. Ветер, который будет развеивать эти болезни, эти злые чары. Синий алтарь у нас. Как видите, вода безупречно синяя, и вода – это его стихия. Он управляет огненной и водной стихией, и его солнце. Ему очень удобно работать. И на воздухе очень много тут растительности, он берет фимиам. Без фимиама боги не работают, поэтому восковые свечи фимиам. Если не восковые свечи, значит, используйте фимиам. Тут любой фимиам, который вы добавите, приветствуется. Вообще, если вы делаете на алтаре, то лучше добавлять любые фимиамы. Ложите цветы полевые, травы. Лучше это лето делать у воды или на цветущую клумбу. Ему нужен фимиам и нужен ветер. В закрытом помещении не сработает. Нужны минимум широко распахнутые окна. И рассказывайте, что вы чувствуете, что у вас после подклада. Или неизвестная хворь прицепилась, или вы были здоровы, вдруг все это кануло, растаяло дымом. Это все признаки вот таких наведенных заболеваний. Говорите. На день купала, смой все болезни, что чарами наслано на меня. Прошу тебя, пресветлый Бог, и заклинаю. На день купала, смой все болезни, что чарами наслано на меня. Прошу тебя, пресветлый Бог, и заклинаю. На день купала, смой все болезни, что чарами наслано на меня. Прошу тебя, пресветлый Бог, и заклинаю.